Виртуозная работа с цветом, позволяющая изображать как тонкие душевные состояния на портретах, так и грандиозные драматические события на картинах с мифологическими и религиозными сюжетами. Все это особенности творчества итальянского художника, ярчайшего представителя венецианской школы живописи эпохи Возрождения Тициана Вичеллио. Для многих поколений художников колорит Тициана станет целью номер один. Невиданная прежде психологическая глубина, достоверность, эмоциональность тициановских портретов. Использование диагональной композиции для создания динамики в масштабных сценах. Его известные картины «Даная», «Венера Урбинская», «Святой Себастьян». Это был высокий статный горец с гордой осанкой и орлиным профилем. По натуре Тициан был молчалив, как истинный горец. В обширной литературе о творчестве и жизни Тициана Вичеллио его нередко зовут «Горец». Не потому, что, как могли бы пошутить нынешние киноманы, Тициан бессмертен. И не потому, что дожил до возраста патриархов. Умер не то в 96, не то в 99 лет. Все проще. Горцем Тициан был по месту рождения, городу-крепости Пьеве-де-Кадори, в северно-итальянских Доломитовых Альпах, местности с суровым климатом и суровыми нравами. Ни в роду Вичеллио, ни во всем Пьеве-де-Кадори, городе кузнецов, ткачей и лесорубов, художников не водилось. Считалось, заниматься в жизни нужно тем, что будет тебя кормить. Мальчики наравне со взрослыми проводили время в кузнечной мастерской или на рубке леса. Девочки приносили из лесной чащи собранные ягоды и травы. Из них потом готовили красители для домотканного полотна. Воскресные утра были отданы церкви. Однажды, вернувшись с мессы, Тициан-младший, сын Григория и Лючии Вичеллио, воспользовался красками из домашней красильни и изобразил на беленной стене дома Деву Марию, в которой все без труда узнали прекрасные черты его матери. И хотя отец военный и государственный муж предпочел бы видеть сына нотариусом, Лючия настояла: «Отправим Тициана и его старшего брата Франческо в Венецию. Пусть учатся живописи, а вдруг будет толк». Сначала братья Вичеллио набираются опыта в мастерской мозаичиста Бастиано Дзукато. Потом переходят Джентиле Беллини, чьи картины высоко ценились даже в Османской империи. Это способствовало укреплению ее связи с Венецией. Джентиле знакомит братьев с секретами композиции, но недоволен рисунками Тициана и уверяет, ему никогда не стать художником. Тогда гордый Тициан уходит учиться к младшему брату Джентиле, Джамбеллино. Так венецианцы ласково звали своего любимца Джованни Беллини. Большое влияние на становление Тициана оказал бывший в Венеции немец Альбрехт Дюрер. И не только в мастерстве рисунка. Благодаря Дюреру Тициан понял, как нужно продвигать картины, чтобы о них узнало как можно больше людей. Живописный оригинал увидят единицы, а вот гравюры – тысячи. Поэтому какое-то время Тициан сам увлекался техникой гравировки, а позднее всегда старался, чтобы его картины копировались грамотными гравюрами. А еще Тициана всю его жизнь преследовала тень Джорджоне. Они были знакомы, но вряд ли дружили, слишком разный психологический склад. Джорджоне был настоящим харизматиком и любимцем венецианских интеллектуалов, весельчаком, музыкантом и бражником. Тициан отличался сдержанностью, был изысканно вежлив в обращении, немного флегматичен. Вместе они расписали фресками немецкое подворье, но из-за соперничества отношения разладились. В 1510 году в Венецию пришла страшная чума. Умерло более 40 тысяч. Люди боялись выходить из дома, чтобы не заразиться. Целыми днями по каналам плыли гондолы, груженные трупами. Тициан работал в своей мастерской, когда в дом к нему ворвался друг с ужасной вестью. Чума убила Джорджоне. Ни минуты не медля, Тициан помчался к дому Джорджоне. Там уже жгли личные вещи покойного, считалось, только так можно защититься от чумы. Обжигаясь, Тициан выхватил из огня несколько полотен. Так удалось спасти спящую Венеру. Друзья Джорджоне потом попросят Тициана переписать некоторые из сильно пострадавших картин Джорджоне. Это сыграет злую шутку с Тицианом. Некоторые его картины несправедливо будут приписываться кисти Джорджоне. В отличие от ветреника Джорджоне, Тициан был натурой очень основательной. Много читал и размышлял. Злые языки даже звали его Тугодумом.
Из-за этого вытекала особенность его творческой манеры. Он очень медленно писал. Если работа над картиной не шла, Тициан разворачивал полотно к стене до лучших времен. Это то и дело приводило к скандалам. Заказчики буквально осаждали Тициана напоминаниями о том, что все сроки уже истекли. В 1538 году, после многочисленных напоминаний об батальной картине, которая была оплачена из городской казны, но так и не написана Тицианом, его даже лишили почетного звания официального художника Венеции, передав его художнику Парденоне. За более чем 70 лет творческого труда Тициану приходилось писать венецианских дожей и римских пап, герцогов и королей, но даже знатность заказчика никак не помогала ускорить работу. Известно раздраженное письмо герцога Альфонсо д'Este, переданное Тициану по дипломатическим каналам. Художник Тициан вовсе не считается с нами. Он играет скверную игру. Это для него плохо кончится. Впрочем, когда герцог получил заказанную им аллегорию Вакханалии и оценил ее совершенство, он пришел в неистовый восторг. А почетное звание официального художника Тициану вернули после того, как он все-таки завершил батальную битву при Кадоре. Картина не сохранилась, погибла при пожаре. Тициан был натурой могучей и цельной. Его дух и тело существовали в согласии, без всякой раздвоенности. Лишь к концу жизни художника, когда высокое возрождение подойдет к своему закату, обнаружив трагические противоречия между миром и человеком, а Тициан разуверится в наступлении Золотого века, о котором столько писали гуманисты, его позднее искусство приобретет тревожное звучание. Внешне Тициан был необычайно крепок, высок и хорош собой. На его долю выпало несокрушимое здоровье и немало любовных историй. Большинство это были романы с натурщицами, а позировать Тициану считали за честь женщины самых разных сословий, от графини, маркиз до куртизанок, коих в обожаемой Тицианом Венеции только официально насчитывалось 11 тысяч. Данаю иногда называют самым эротичным шедевром Тициана. Существует по меньшей мере 5 версий картины, одна из которых хранится в музее Прадо. Согласно мифу Акрисию, царю греческого Аргоса, дельфийский оракул возвестил, что его сместит с престола собственный внук, которого в будущем родит царская дочь, красавица Даная. Напуганный предсказанием, Акрисий заточил Данаю в башню, куда не доберется ни один из смертных. Красотой Даная пленился Зевс. Бог-громовержец проник к ней в виде золотого дождя, от этой связи на свет появился герой Персей. Первый вариант Данаи Тициан написал в 1544-1545 годах по заказу кардинала Алессандро Форнезе, одного из богатейших людей Италии. Картина хранится в Неаполе, в музее Каппадимонте, и отличается от всех последующих версий состава персонажей. Во всех остальных будет присутствовать старая кормилица или служанка. В первой же версии этой героини не было. Вместо нее в ногах у Данаи располагается Купидон с крылышками и луком, что вполне логично, учитывая образ жизни натурщицы, с которой написалась картина. Да и мифический золотой дождь приобретает в этой связи совсем новые оттенки смысла. Второй вариант Данаи создан около 1553 года для испанского короля Филиппа II. Здесь вместо Купидона возникает старая кормилица, которую Тициан будет повторять во всех последующих версиях. Во многом такое изменение оказалось удачным, оно позволило Тициану обогатить композицию целым рядом смысловых контрастов: молодость и старость, красота и уродство, обнаженная фигура и одетая. Впоследствии Даная Филиппа II украшала королевские резиденции Алькасар и Буэн-Ретиро, а после войны за независимость в первой половине 19 века король Фердинанд VII передал ее герцогу Веллингтону, и сейчас картина представлена в резиденции Веллингтонов Эпсли-Хаус, Лондон. Еще 2 Данаи из собрания Эрмитажа, Санкт-Петербург, и историко-художественного музея Вена датируются 1554 и 1564 годами, соответственно. 5-я Даная, хранящаяся в Прадо,
написано в промежутке между 1560 и 1565 годами. По качеству исполнения она превосходит реплики из Петербурга и Вены. Специалисты отмечают, что из всех версий именно это отличается наибольшим градусом эротизма. В других версиях ноги Даная прикрывает полупрозрачная ткань, здесь она отсутствует. Выражение лица героини с приоткрытыми губами не просто сияет спокойной умиротворенностью, как в прочих версиях, оно близко к экзотическому. Рука Даная покоится между бедер, словно облегчает доступ к ее телу, Зевсу, падающему сверху в виде дождя из золотых монет. Передача теплого свечения заката, усиливающего эротический канал картины, искуснейшее использование Тицианом полутонов и цветовых антитез. Отказ от резко обозначенных разделяющих линий создает естественную мягкость колорита, где краски будто особым образом мерцают от пронизывающего его изнутри света, что и получило название тициановского колорита. Частота повторения одного сюжета и громкие имена заказчиков свидетельствуют о том высоком положении, которое Тициан Вичеллио занимал в художественной иерархии периода Высокого Ренессанса. Тициан ценился не только как непревзойденный мастер колорита, но и как виртуоз эротической живописи. Тосканский писатель XVI века Джованни делла Каза замечает: «Даная в исполнении Тициана соблазнительно настолько, что в сравнении с ней даже его обнаженная Венера Урбинская кажется монахиней». Венера Урбинская – один из самых знаменитых шедевров Тициана, хранится в галерее Уффици Флоренции. Картина написана Тицианом в качестве свадебного подношения для Гвидобальдо делла Ровере, герцога Урбинского. Титулом владельца картины объясняется ее название. Для молодого Гвидобальдо, по соображениям политики, была выбрана в невесты Джулия Варано, на момент создания картины, десятилетняя девочка. Венера Урбинская была свадебным подарком в ожидании, когда Джулия подрастет и в ней окрепнут любовные чувства к супругу. Впрочем, вряд ли Тициан писал Венеру Урбинскую с юной Варано. Есть предположение, что его моделью была мать Гвидобальдо, герцогиня Элеонора Гонзага. Ее портрет работы Тициана датируется тем же, 1538 годом, что и Венера Урбинская, и некоторое внешнее сходство действительно налицо. Для свадебной картины обязательными являлись атрибуты, призванные символизировать супружескую верность, и Венера Урбинская строго следует этому правилу. В центре композиции оказывается округленный женский живот, вечный символ чадородия и продолжения жизни. Левая рука женщины стыдливо прикрывает лон. Белые простыни и подушки, на которых она возлежит, должны символизировать ее чистоту. Шиповник в руках и мирт на окне – традиционные аллегории о брачной жизни. Собачка, свернувшаяся кольцом у ног, символизирует преданность. Служанки на заднем плане должны с минуты на минуту приступить к процедуре облачения своей госпожи. Венера Урбинская написана Тицианом под явным воздействием полотна его современника Джорджоне «Спящая Венера». 33-летний Джорджоне, обогативший традиционный помпезный венецианский стиль невиданной доселе живостью и непосредственностью восприятия природы, трагически умер в рассвете сил от господствовавшей в Венеции чумы. По преданию, Тициану чудом удалось спасти несколько полотен Джорджоне от огня, дабы избежать распространения инфекции, все вещи погибших от чумы сжигались. Среди спасенных картин оказалась и «Спящая Венера». Она потрясла Тициана своим необыкновенным композиционным совершенством. Вытянутый, замкнутый контур женского тела выглядел непривычно и потрясал гармонической завершенностью. Друзья умершего художника неоднократно обращались к Тициану с просьбой восстановить пострадавшие полотна Джорджоне и закончить те, что не были им дописаны, что Тициан и сделал. Позднее он повторил композиционное решение «Спящей Венеры» в своей Венере, Урбинской, перенеся ее с лона природы в интерьер богатого венецианского дома. В образе Тицианской Венеры, в сравнении с Венерой Джорджоне, возможно, меньше поэтической возвышенности и больше неприкрытой чувственности, но этим достигается и большая реалистичность, прямая жизненность образа.
Одна из последних картин, написанных Тицианом, «Святой Себастьян», ныне является жемчужиной Эрмитажа, попавшей туда в середине 1850-х годов из семейного собрания династии Барбариго. В 1585 году, спустя почти десятилетие после кончины художника, сын Тициана, Помпонио, продал отцовский дом вместе со всем содержащимся там движимым и недвижимым имуществом некому Кристофору из знатного падуанского рода Барбариго. Частью этой оптовой сделки оказался и такой шедевр, как «Святой Себастьян». В определенном смысле «Святой Себастьян» представляет собой итог творческих исканий Тициана, как величайшего колориста. Тициан мыслит не линиями, не объемами и массами, не светотенью или пропорциями, как другие художники. Он воспроизводит мир и воссоздает форму исключительно красками, через цвет и соотношение тонов. Тончайшие рефлексии желтого, розового и коричневого позволяют передать дыхание и трепет живой и страдающей плоти. Тревожный колорит картины, где ночь освещена языками пламени, бросающими на тело мученика капризные дрожащие отсветы, а мрачная земля сливается с апокалиптически черным небом, позволил искусствоведам увидеть в этом темном полотне настоящую симфонию цвета. Интересно, что если в ранние зрелые периоды творчества Тициана основным носителем цвета выступали ткани и предметы интерьера, то в поздний период главным ретранслятором красочного звучания становится человеческое тело, беззащитное и прекрасное в своей наготе. Поза Себастьяна, привязанного к дереву, но не сломленного, не утратившего достоинства и даже перед лицом надвигающейся смерти, не отрекшегося от креста, выражает глубокую веру Тициана в стойкость человеческого духа. Скандальный привкус имела история любви Тициана к красавице Виоланте. Она была дочерью товарища Тициана, художника Пальмы Старшего. И роман дочери с тем, кто годится ей в отцы, вызывал у Пальмы бурное негодование. Виоланта не отличалась строгостью нрава, охотно соглашалась позировать, причем не только Тициану. Ее красота в Венеции превратилась в легенду, а ее черты можно видеть в самых известных работах Тициана – «Флора», «Вакханалии», «Любовь небесная, любовь земная». В картине «Юдив с головой Алаферна» божественно прекрасная Виоланта держит в руках блюдо с отрезанной головой, в которой легко узнается профиль Тициана. В 1510-х годах, гостя у родни в Кадоре, Тициан увидел Чечилью Сальдану, прислуживавшую его матери. Пышущая, здоровой деревенской красотой, скромная работящая Чечилья потрясла Тициана. Она так отличалась от легкомысленных венецианок и праздных красавиц Феррары и Падуи. Тициан уехал, но впечатление не забывалось. Тогда брат Франческо сделал ему сюрприз. Уговорил родителей Чечилии отпустить девушку в Венецию, вести домашнее хозяйство братьев Вичеллио, чем не заработок. Тициан оценил заботу брата. Он еще долго не решался подступиться к Чечилии. Она заботилась о нем с материнской нежностью, густо краснела, когда он читал вслух любимых эротических поэтов Катулла и Овидия, и, казалось, не претендовала на большее. Страсть к Чечилии настолько ослепила Тициана, что его перестали возбуждать другие натурщицы. И в конце концов эта крепость пала. Но об официальном венчании речи еще долго не шло. Много лет они оставались любовниками. Лишь в 1525 году Тициан наконец женился на Чечилии. К этому времени его верная подруга успеет родить художнику двух сыновей, Помпонио и Орацио, а через 5 лет Чечилия умрет, подарив жизнь их с Тицианом дочери Лавинии. Взрослую ее мы можем увидеть на картине «Девушка с корзиной фруктов». Сам художник проживет долгую, счастливую и насыщенную жизнь, получив славу величайшего колориста всех времен и прозвище «Тициан Божественный». Но чума, унесшая когда-то жизнь Джорджоне, настигнет почти перед столетним юбилеем и его. Заразившись от сына, но до последнего
Не желая оставлять любимое дело, Тициан умрет в собственной мастерской. По одной из версий, зажав в руках кисть, а по другой – собственное полотно, кающаяся Мария Магдалина.